А не этих по отношению к этому. И тех, и других. Вот эту кружку как раз дети разобьют. И все. Чего? Какая у них ответственность? Они не понимают еще, какая там ответственность. Например, дети. Что дети? Ну, они же там детский сад, например, имеется тут. Отложили какие-то деньги. Мы создаем внебюджетный источник финансирования дееспособных. Внебюджетный источник финансирования. Небюджетный, это интересно. Но это внебюджетное финансирование за счет доброй воли и социальной политики. Вот, да, понимаешь? Понял, нет? Да. Суть. Для того, чтобы работать с системой, надо из нее выйти. Альберт Эйнштейн. Вот Альберт. Вот Эйнштейн. Мы предлагаем иную бухгалтерскую отчетность, модель бухгалтерской отчетности, да? Или что? А что это такое? То есть нет, кто мы? Мы это вот, да? Вот видишь, человечек, который смотрит сюда, а это то, откуда мы вышли. Мы вышли с этой бухгалтерской отчетности, вышли в другую систему, как это называется? Международные стандарты финансовой отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности. То есть у нас ВАУ работает по международным стандартам финансовой отчетности. Послушай. Давай. Международные. Что позволяет нам работать между моделями? И вот именно из этого взаимодействия мы извлекаем выгоду. Взаимодействие разности потенциалов. Притяжение влияет энергию, физика. К нашему начальному разговору. Процесс, что там, что здесь. То есть она уже будет работать. Это физический закон. Это старая парадигма сознания. То есть это парадигма сознания мы знаем. Это разделение, выделение. Разделяешь, властвуешь. А синтез? Как сделать синтез? То есть синтез — это добавление. То есть что можно добавить к этой системе еще и увеличить квадрат? Переход от одного глубочайшего к другому, вход ко всему чудесному. Поэтому добавляй. Я думаю, какой договор сюда приделать, позвольте. Какой? Ну, есть у нас. Аутсорсинг. С этой схемой залезть туда. Интеллектуальный аутсорсинг. Ин выход или вход? Ин выход. Аут, правильно я пишу? А, у.
Какой-то... Что оно? Как это грамотно назвать-то? То есть мы берем как бы на обслуживание организацию какую-то. Создаем мне какие-то новые продукты в виде нематериальных... Бизнес-инкубатор. Нематериальных активов. Инкубатор. Нафига, на какой инкубатор ты берешь? Контору с миллионным оборотом, какой там нафиг? Вот. Ты для них, с ними договор заключаешь на создание этих нематериальных активов. Ну, как? Это консалтинг вообще? Ну, можно. Консалтинг. Интеллектуальный консалтинг. Интеллектуальный аутсорс. Ну, что-то такое там можно ставить, да. То есть мы им пишем эти активы, где нет. Консалт. Я не помню. Сыграйте точку, поставь, понятно. Консалт. Это надо сделать по принципу вот этих бухгалтерских наемных, юридических наемных услуг, айтишников наемных. То есть мы с ними договор заключаем, вот, который вот на этот делим мы. Создаем им активы. Материальные. Что-то такое вот вырисовывается. Вот такого точно нет нигде еще. А с целью вот такой. Капитализация. 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 Слово капитализация, капитал, да, вот. Капитал выгода, ну. Возвышенное состояние материальное. Это не интеллектуальное, как-то по-другому это назвать. Нематериальные активы здесь надо. Активы надо, на основе активов. Актив. Консул. Может так и оставить, консул. Это консул звучит. Не, ну смысл-то в чем? Вот, надо такую фигню закрутить, да? Она будет и модной, можем на ней еще попиариться там, как бы, да. Везде там, то есть такого нет направления, вот мы там говорим. Вот мы сейчас зарегистрируем авторское право название, авторское право, и в это авторское право, это будет первый кирпич, как там будет строиться нематериальный актив, ну, всего да, да. Остального. То есть вот такая есть деятельность будет у нас, как бы, тут уже будет еще с подачей этих господ, будет. Надо там еще, ну, есть контроль, который занимается созданием и управлением нематериального актива. Может, даже не тюря, там, единицы в России, там, таких, которые... Интеллектуальный аутсорсинг. Так звучит нормально, оно как бы, это самое. Нематериального актива? Аутсорсинг чего? Нематериального актива? Так. Аутсорсинг чего? Интеллекта. Нематериального актива. Да. Читает материального, откладывается. Тива. Актив должен быть тяжелым или легким? Скажи. В смысле тяжелым? Вообще, восприятие. Актив это что? Легкое? Легкий. Легкое. Почему ты так всякие ассоциации вызываешь? Материальное, потому что. Да? Да. Материальное это вещественное. Оно так зимнее тянет. Очень здорово. Это груза, на самом деле, по жизни-то. Надо как-то это своего. А не этих по отношению к этому. И этих, и тех. Ой, и другие. Сейчас. Это взаимовложность. Вот эту кружку как раз дети разобьют. И все. Чего? Когда у них ответственность? Они не понимают еще. Какая там ответственность? Например, дети. Почему дети?
Ну, они же там детский сад, например, имеют тут, отложили какие-то деньги. Мы создаем внебюджетный источник финансирования детского сада. Внебюджетный? Внебюджетный источник финансирования. Внебюджетный, это интересно. Но это внебюджетное финансирование за счет доброй воли и социальной политики. Да, классно. Понимаешь? Совершенно правильно понимаете. Понял, нет? Да.